По поводу экстренной связи, опять же, сегодня я два телефона объявлю. Вот. Они будут? Значит, да, если они там тоже будут Просто не обязательные люди, они как бы
все равно опаздывать будут. То есть хуже не говорит. Да. Ну, как бы, на самом деле, принято, что действительно мог давать такую пору, поэтому у вас осталось буквально 3 минуты. Ну, это обидно, если люди не услышали. Ну, подожди, какую-то важную информацию. Глобальная ситуация не изменит, уверяю. Это понятно. На самом деле, вы понимаете, то, что народу немного, даже вот такое количество, это все равно уже аудитория, которая будет снижаться. Если есть что-то есть, я на любом случае не долго. Что? Если есть что сказать, то в любом случае не долго, даже если будет двое. Да. Игорь вот из Москвы сегодня специально приехал. Сильно опаздываешь? Нет, так мы еще пушки начали, 10 минут начинаем. Опаздываешь. Ну что, я думаю, мы начнем. Здравствуйте, меня зовут Сева Стремоухов, вот это Игорь Грандин. Значит, стоит здесь организация «Демократический форум». Здравствуйте, проходите, пожалуйста. И сегодня мы, собственно, хотим вам провести семинар по наблюдению. Я думаю, что основную часть Игорь расскажет, и я там где-то буду вставлять свои дополнения. Вот, ну, добрый день еще раз. Думаю, все вот поможет и даст очень много очень ценных советов, потому что он работал на выборах, следил за наблюдением, и знает о том, как и мы, наверное, очень многие, как это происходит вот, непосредственно в поле, что называется. Вот. Вначале я скажу несколько основных каких-то вещей о наблюдении и предлагаю разделить наш семинар на три таких полных части. Первая часть – это информация о том, что нужно делать, на что нужно особое внимание до начала голосования. Вторая часть – это ход голосования и основные классификации, как с ними бороться, что делать, как их остановить. И третья часть – это подсчет голосов. Довольно сложная такая история, вот, но ее нужно хорошо знать и хорошо понимать. Ну, самое первое, вот, общая информация – это то, что все наблюдатели, кто планирует работать на избирательном участке, должны получить направление. Стать наблюдателем и членами комиссии с правом совещательного голоса. Просто формально есть два статуса. Это наблюдатель и член комиссии с правом совещательного голоса. У них полномочия в день голосования совершенно одинаковые. То есть нет никакой разницы. Есть только отличие в названии и некая особенность в оформлении. Тот, кто пойдет членом с правом совещательного голоса,
ему нужно будет иметь помимо направления еще и заявление о согласии стать вот, вот таким членом комиссии. Единственное отличие, больше отличий нет никаких, поэтому я предлагаю всех людей с этими двумя статусами, еще раз подчеркиваю, члена комиссии совещательным голосом и наблюдателя, всех называть одним словом наблюдателя, чтобы было понятно, чтобы вы не путались. А перепутать можно вот с чем, есть еще члены комиссии с правом решающего голоса. Это конечно, людей в Питере оформить. Да, ну, ну тут я тоже особенно, да, пожалуйста. При подсчете голосов могут идти другие. Да, да, я об этом скажу отдельно. На этом вопросе мы остановимся очень подробно. То есть вот, порядка половины времени, я думаю, мы будем обсуждать процедуру подсчета, потому что это самое важное. Вот. Поэтому, значит, ну, по процедуре подсчета, когда будем обсуждать, соответственно, я думаю, что вопрос у нас возникнет. Давайте посмотрим так. После каждой части мы будем задавать вопросы, потому что иначе не получится это все сказать. Что важно знать вообще о комиссиях? Есть несколько уровней комиссии, есть ЦИК, есть комиссия городская, уже идет ниже, есть территориальные комиссии, ТИКи так называемые, вот об этом уже нужно знать и запомнить, что они есть. И УИКи, это те самые комиссии, где проходят выборы, те самые избирательные участки. Именно на эти УИКи вы все и получите направление. Мы оформляем направление штаба прокурора от кандидата президента, только кандидаты президента могут дать такие направления. Именно вот, на участок для работы наблюдателя. Есть еще одна возможность быть на участке, следить за выборами, это получить удостоверение СМИ. Демвыбор, наша организация тоже этим занимается, если хочет работать на участке как журналист, мы готовы выдать такое удостоверение, но здесь есть ряд ограничений. Журналист может смотреть, может снимать, фотографировать, но он не может писать жалобы и не может вмешиваться в избирательный процесс вообще никак. Поэтому это надо учитывать. Но он также имеет право в конце дня получить итоговый протокол. Вот. Но бывают, правда, случаи, что журналистам эти протоколы не дают. То есть есть отличие. Что важно сделать перед началом голосования? Когда вы получите направление, я очень советую пойти на избирательный участок за день до выборов. И взять с собой паспорт, взять с собой направление, прийти на избирательный участок, подойти к председателю, к его заместителю или секретарю и зарегистрироваться. То есть вы показываете направление, показываете паспорт, если там все совпадает, все верно, вас должны зарегистрировать. То есть внести в список специальный. И после этого вы можете находиться в этой комиссии. Почему это важно сделать за день? Ну, я советую сделать за день, хотя это не обязательно. Потому что бывают случаи, когда комиссия заявляет сразу, знаете, вот вы не можете работать, у вас направление оформлено неверно. Или, например, бывают случаи, когда вам могут сказать, что знаете, вот нам не позвонили, ничего не сказали, поэтому нет, мы вас не будем регистрировать, вы не можете работать наблюдателем. Чтобы все эти вопросы и какие-то вещи можно было решить заранее, потому что еще есть некоторое время, лучше прийти за день на избирательный участок. Лучше это сделать примерно с 11 часов до 4, потому что комиссии, они работают, вот, у них довольно такой график, удобный для них и неудобный для всех остальных. Это надо учитывать. Перед днем голосования я рекомендую хорошо выспаться, потому что высока вероятность, что на избирательном участке вам придется сидеть до утра следующего дня. Это распространенная практика, поэтому нужно быть к этому готовым. Советую взять с собой на избирательный участок еду, несмотря на то, что есть буфеты, они могут вам не помочь, потому что если на избирательном участке не будет ваших каких-то коллег, соратников, тоже независимых наблюдателей, вас сложно кто-то подменить. Советую взять с собой телефон с хорошо заряженным аккумулятором обязательно, потому что есть вероятность, что вам придется много звонить. Рекомендую взять с собой необходимые лекарства. Если у вас есть запасной аккумулятор, телефон обязательно возьмите. Важно с собой взять на избирательный участок видеокамеру, фотоаппарат, все, что у вас есть. Лучше, конечно, взять видеокамеру, чтобы вы могли снять нарушения. Поскольку нужно прийти на избирательный участок. Можно небольшой?
Значит, раз по поводу того, что вам необходимо иметь, я просто, ну так, исходя из того опыта, такой небольшой список,